Привет! Салем! Привет! Аннасео! Да, наконец-то еще одна неделя прошла. Да. И мы дождались выступления оставшихся трех групп второго тура. Да. Это Reborn. Да. И... Начнем, пожалуй, с B2B. Да. Да, с вами не забудьте, с вами вот Асель, Амина, Маржан. Да. Да, мы приступим. Девочки, один момент. Перед записью мы смотрели Backdoor. Ну, просто смотрели оригинал. И я вот сейчас вижу, что здесь написано Backdoor, хотя я не знала, что делает B2B, так что я предвкушаю. Михёк, а ты не смотрела? Я видела, что он раздетый. Я уже жду. Stage one. Вот я так же, как они. Предвкушение. Что-то. Ну-ка, давайте, покажите. Да, это все выходит. А, они типа задние двери показывают в сцену, да, или что? Да, точно. Мне нравится. У него прекрасный голос. У него настоящая татуха? Я вот тоже. Смотри, какой голос, бля, какие они счастливые мальчишки. О, как мне нравится. Конечно, их песни исполняют, они в предвкушении. Они же еще не знают такой песни. А, точно. А как они поняли? Вот как вы поняли, ребятки? Наверное, я раньше вас поняла. Сзади, может быть, испорно. Да, я вас раньше поняла, потому что у меня есть название. А Трю Рачи уже знали. Тын-тын-тын-тын. Я начинала смотреть эпизод. Окей! Мне очень нравится. Он на подлокотниках лежал. Лопушка такая. Какой голос! О, прикольно они сделали, как это напомнили. Любовь. Максорика! Феликс! Я все понимаю. Классно сделали. Вообще классно сделали. Мне очень нравится. Класс. Вау. Это Минхёк? Ну, то, что тоже красиво на шее. Оу! Парни тоже шоу. Вот это я называю красаком. Боже, нет, надо быть скромнее. Я держусь. Наконец-то траспись. Начинаем. О май гад. Сам худенький такой, господи. Все, посмотрели, хватит. Такие счастливые. Его не прикольно. Отличная идея. А его портрет там. Ой, а, да их он уже переоделся. Он уже переоделся. Где твой красивый красный халат? Ну, мужчина. Хочет. Кстати, он один из немногих оп на этом шоу. Он какого года? 90-го? Он, да. Ну, и... Так, Чансок 91-й, Инкван тоже 90-го. Погоди, сейчас 21-й год. Боже, как он хорошо выглядит. Как он так много выглядит? 30-31. Пока я себе там 30. Я уже жду кульминации, давайте мне, пацаны, замутите. Скажите мне про Синтьёка. Он же разорвет себе рубашку. Вот это я называю хорошим изменением песни. Да, она узнаваема, но в то же время она уже другая. Queen. О,
Главное, что Стрэй нравится. То, что не хватает, да, сейчас нам всем. Сока! Ох, боже, как он поет! Вау! Понял. Интересно, чья это партия из Stray Kids? Вот я не помню, честно. Хоть 100 раз смотрела эту песню. Клип. Счастливый сын. Блин, так люблю эту песню. На-на-на. Во, в этот момент красный. Боже, как мне нравится эта версия песни. Она классная. Ох, ох! Вот сейчас. Подождите, я же сдержусь. Да! Покажите доверие. Так, аккуратней. Трогать вообще ее, кажется. Хвост. Главное, что снимаешь, а? Хвост. Технические неполадки с названием Джоджо. Джоджо. Прекрасный, прекрасный техник. Сам техник. Девочки, наверное, нельзя в таком признаваться, но я немножечко шпатела от этого штука. Она падкая женщина. Ей просто растянила. Она мне еще опку, понимаешь? Покажи. Да. Да, от молодника она тоже тащится. Главное с просяком. Ну, не только главное, это она просто опа. Рельефные глаза, да? Наконец-то мы можем сказать опа. Реально. Мы можем сказать только пару человек. Если вы... Опа. Да, и если в их имени есть еще хо и мин, то все. Я, наверное. Хо мин, значит, тебе нравится. Ну, что выступление девочки. B2B говорили, что они будут делать выступление с историей. Отлично. И сразу все понятно. Бэкдор. Вот это вот за кулисье было. Блин, да. Офигительно сделали. И то, что как раз и как зовут на сцену, тук-тук-тук-тук. Ты там готов? А нет, я еще не готов, я еще в халате. Наш техник. Сам техник. Забыл комнату. Надо тебе в туалет. Да, да. Пошел туда, правильно? Это всего лишь первое выступление, которое мы смотрим. Да. И уже сколько эмоций, сколько эмоций. Да. Мы делали это ждали этот день. Да, четверг, замечательные дни. Ну, в общем, дело не только в Минхёке. Мне еще очень нравится новый вокал, как поют по-новому, да? Ну, потому что B2B, они реально известны своим вокалом. И песня Бэкдор чудесная, и исполнили они ее чудесно, и поменяли. Изменили даже на свой лад, но при этом так хорошо, именно в своем стиле, так как им подходит, это все исполнили, и у них это вышло классно. Да, отлично выступление. 10 из 10. Стрей Кидс! И мои любимые песни B2B. I'll be your man. Как раз с этой песней они к нам в Казахстан приезжают, да? Они не приезжают к нам в Казахстан. Погоди, а с кем я их путаю тогда? Викс? Нет. Билан и Флоп? Нет. Это было давно еще, до 2017. Это когда ты к ночью королю улила их. I'm black. Ладно, все, ничего страшного. Stray Kids. Наконец-то. Вокал. Лили, я посмотрела тизер, там Айен типа плакал. Кто? Айен. Ну, видимо, что-то ошибся, может, еще что-нибудь. Ну ладно, давайте посмотрим. Достроился, бедный. Давай смотрим. Интересно послушать такую сильную песню в исполнении таких сильных мальчиков. Все должны узнать, что они хорошо поют. Потом надоели комментарии, типа, стойки все умеют петь. Офигели. Мы это не слышали, Хана. Хана не слышали? О, да, Хана, да, тоже. И Сунмина, и Айена.
Так замечательно смотреть, когда ты их всех различаешь. О, кто такой голосистый? Мальчик. Боже, какой он голосистый. Конечно. Он прекрасно поет. Все в шоке, по-моему. Никто не слышал, наверное, Эдин Стори, но он там офигительно поет. О май гад. Актер Хан. Чан Бин? Да, Чан Бин. Ой, как мне нравится фоновая мелодия. Вау. Ух, как он читает, боже. Сколько эмоций. Реакция рэперов. Любят они падать. Вот не говори, да. Любят падать. Через один падают. Блин, на Чингу, да, мы знаем. Лучший дрик Чан Бин. Где твоя это вообще? Это классно. А это типа, он падает, смотрите. А, это как будто он упал. Это Аен? Да. Это Аен. Это Аен. Боже, как они классно сделали. Вау. А, это в детстве. Или нет? Вау. А куда он исчез? Он сразу под камеру, наверное. К оператору. Они быстро могут пропасть с кадра. Здесь, наверное, он быстро с этой стороны так стрелял. Боже, как он поет, девочки, у меня новый бес в этой группе. Новый бес. Мне ж мурашки. Чего не может этот мальчик, скажите мне? Боже мой. О, Михо. Наконец-то, Михо. Это Минсоны, Минсоны, о май гад. Я обожаю Минсонов. Лучше тандем такая. Боже, какой выступ. Это Феликс. Он вернулся в свое первое место. Мое сердечко твое, но Хана больше. Боже, его еще так. И он таким голосом. Боже, его голос до мурашек. Теперь он читает рэп, да? И танцует, да? Боже. А где остальные мальчики? Сейчас должны быть, мне кажется. О, сейчас он порежется просто. Ой. Воу. Ну, вообще не согласна. Смотрите, как все там занесет. Ты фикс? Да. Слушайте, девочки, выступление. Какой Дэл. О, стук высоты. Так, там спина открыта у Минхо, походу. Бачан, ты что? Китайцы от оригинала. И в лучшую сторону. Они все рушат. Нет, это очень хороший оригинал. Ой. Нет, я к тому, что снова они отлично просто поменяли песни. Очень хорош. А там это... О, класс момент, обжай. А это там как мальчик. Блин. Да. Немножко компьютер болит. Это прозрачное? Вместо цветов теперь мы дали яблочко. Прозрачное. Это яблочко? Возможно, наполненное кровью. О, сейчас будет. Согласна. И только попробуйте сказать, что я не умею петь. А как он рэп читает, девочки? Да. Когда он дышал? Кто там поет?
Главное еще действительно. Это Мальчан закончил. Боже мой, брат. Какое выступление. Это просто сильное. Ребеночки. Но здесь явно целая история. Это, наверное, только в эпизоде можно понять. Я тоже так думаю. Вступление Stray Kids выше моих ожиданий. Да. Ну, как? В принципе, я думала, что Stray Kids выступят классно. Но просто это Stray Kids. Да, у них все должны быть классно. Да. Они по-другому не умеют. Они не разочаровывали. Может, две? В общем, я говорила, кто у меня там любимчик? Тебе там столько любимчиков. Да, у меня их очень много, но... Выбрать кого-то одного, зачем ты? Зачем ты? Хан, я тебя люблю. Признание, вот это признание. Потрясающее выступление. Да, очень классное. Очень хорошее. Качественная, и боже мой, сколько эмоций мы просмотрели, сколько эмоций мы испытали. Да. Это, конечно, не спасибо, да. Согласна. Как Амина и говорила в начале реакции, да? Мы хотим доказать всем, кто говорит, что Stray Kids не умеет петь. Я просто комментарии часто вижу, что типа вот Stray, что только поют B2B, что только там поют старые группы, да? Ну что только они поют, а остальные типа нет. Так, а вот просто, да, из-за чего Айен, может быть, из-за эмоций, краски, пост-эмоций, после выступления, как раз. Я не увидела, честно, из-за его маленькой этой партии, может быть, он где-то, может быть, не дотянул или что, я не знаю, мы особо это не поняли. Не зациклились на этом, потому что слишком шикарное выступление. Надеюсь, ребенок не расстроен слишком сильно. И есть еще вот только один минус у этого выступления. Там было слишком мало банчана. Да, реально было очень мало банчана. Да. Обычно его не так мало. Да, но Минхо тоже было мало. Ну, спасибо за Хана. Да, а Айена было мало, так намеки. Да. Но в целом выступление потрясное. 10 из 10 просто. Ну, как бы, Феликса тоже было мало. Даже, знаете, если его мало, но он очень эффектно. Да, как бы, так что запоминаешь, как будто... Сразу видно. Что мы, особенно своим голосом, он просто затмевает всех. Особенно своим шепотом. Ты его всегда помнишь. О, да. Да. То выступление, которое я буду пересматривать. Замечательно просто. Да. Следующее, next. Наконец-то, finally, дождались. Я так ждала это выступление, как не знаю что, как будто камбэк и... Эйтиз. Кто бы удивлялся, как, что она его ждёт. Да. Они выступают с песней Rhythm Tana. Да, я надеюсь, это будет новая версия песни, что-то новенькое. The Awakening of Summer. Да. Короче, завершающее. Вообще они четвертым выступали, но мы напоследок оставили, потому что мои эмоции, они бы потом... Я бы не смогла успокоиться. Эти не. Раз, два, три. Поехали. Так, глаз. Я вижу глаз. Что здесь по-любому Юно убьет всех. Кто? Юно? Да. Почему? Шикарный образ. Шикарный парень. Да. Вот все говорят, глаз. И Сан должен убить все. Все не убьют. Что это, Сели? Это не Вивальди? Нет. Это не времена года? Не знаю. Что ты у меня спрашиваешь? О, это же что-то такое знаменитое. Может, это Вивальди, времена года, возможно, лето. Да, да, скорее всего. Да, это времена года. Они как это, знаете, как будто... Да, это времена года. Они едут куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как Джокер. Какая-то машина. О-о-о-о. И маска. Прикольно. Такая реакция. Контроллер себе запалила. И сразу вспоминается. Прикольно.
да, все узнают. Да! О май гад! Что за машинка такая? Сухват! Рыбин! Сухват! Твои любимчики? Это сам поет? Да! О, ну что за потрясающий мужчина? Кошечки, они еще вместе. К вам Чунхо добавить и все. А, прикольно. Воу! Штаны ужасные. Ничего страшного, он сам прекрасен. Ну, как бы да. Надеюсь, в партии сам будет побольше. Он такой, ой, мило. Вау, танец классный. Эй, боже, ну как Чунхо поет, девочки. Они еще что-то смиксовали, да? Вау, как он крутой. А, он не поверяет. А, он включил камеру. И кстати, да. О май гаш, please no. Еще одна кошечка. Обожаю вас, Мир. И снова клеточка. Прям такое латино звучание. Я не знала, что он рэп читает. Здесь такой поющий. Это из этой же песни вставка? Да. Да. Вот это вот песня. Честно говоря, я оригинал не слышала, да? По-моему. Я ее заслушала. Я только ритм, да, слышала и все. Плакать классно. Божечки. О май гад! Юно, рви! Эй! Спасибо! Тихо, подожди. Так, звук пошло. 4:47. Давай, может, назад сделаем на 15 секунд. Ну, давай чуть-чуть. Чуть-чуть. На том моменте. Вот тут. 4:42. Вот, 4. Так, мне повторного не надо. 4:40. Аселя, выгони их из окна дверь зала, пожалуйста. Переживут минуту отдельно. Такая возмущенная. Ничего страшного, минуту переживут. Так, ты уже включила, да? Да. Раз, 4:42. Раз, два, три. Вау! Кто это такой, Тори? Вот не знаю же. Что такое? Бух. А, звук пошел не тот. Окей. Видите сцену там? Экран. Вау! Офигенно! Это как будто концерт. Да. Кого-то поддерживает. Вау! У них снова что-то вылетает. Это дирижабль? Это реально дирижабль! И листовки. Да, листовки. Ох, как ты поешь, боже.
Браво! Боже, Сунхва, кажется, таким спокойным. Ну сам, ладно, не кажется никогда. Что-то еще будет? Это еще не все, это еще не все. О, интересно, интересно. Воу! Свей. А, и они вернулись обратно в прошлое! И победили Кракена! Боже, это шикарно! Круто! Очень нравится, очень нравится. Красавчик. Ну не мудрено, что они на этом месте. Вау, молодцы ребята. Горжусь. У тебя с собой такой гордый вид, такой гордый вид. Ну, выступление было классным. Во время выступления были некоторые технические неполадки. Но надеюсь, что типа монтажей. Эх, придется мне вот очень сложно с монтажом. Заметно. Да. В общем, мы довольны. Девочки, а можете прокомментировать, насколько поменялась песня? Классно поменялась. Тоже, кстати, сильно. В принципе, и ее прям слышно, как бы. Да, это песня прям узнаваемо. Да, да. В то же время, как бы, она прям, как бы изменения так же заметны. Да. Да. Прям этизовский стайл. Да. Этизовский стайл. И вы знаете, все равно даже в ограблении есть что-то пиратское. Да. Вот прям их. Ну, я не знаю, как бы old K-pop fan, я вспоминаю, при ограблении я кое-что другое вспоминаю. Долби. Да. Ну, и они же Долби, они же и в том сцене. Ой, Хубэ. Кей-кью. Выступление отличное. 10 из 10. 100 из 100. Боже, обожаю этих мальчиков. Надеюсь, что они... у них будет больше фанатов. Корейская фан-база будет. Да, корейская фан-база вообще мало. Ну, все равно это не означает, что и на фану тоже надо побольше. Например, я появилась, я не в Корее, да, я их поддержу. Да, да, да. Особенно тех, в имени которых есть Хо. Юнхо, Чонхо, Минхо. Ну, там нет Минхо. В прошлой группе. В Stray Kids же Минхо тебе тоже понравилось. Да, да, да. Согласна. В общем, посмотрели мы эти выступления. Конечно же, следующий эпизод у них будет какое-то, помните, спортивное состязание. Они будут отдыхать, короче. Честно. Ну, я смотрела спойлеры. Я не смотрела спойлеры. Фотки. Короче говоря, следующий эпизод отдыхаем, они будут играть. Спортивные игры. Жаль. Наоборот, классно, они отдохнут хоть. И мы отдохнем. Праздники. Я уеду, и мне с ним бряхаться. Только через неделю. Через 2 недели, короче, увидимся. Да. Пока. Пока. И сарене! Все молодцы. Да, очень классно, ребят.